Счастье в тройном размере. Молодая семья Цвященко в один день стала большой, но пока еще не шумной. Три новорожденных богатыря не обращают внимания на радостную суету вокруг них, а по-мужски спокойно посапывают в нарядных конвертиках. Супруги предполагали, что могут оказаться родителями двойняшек. В роду с обеих сторон были близнецы. Но когда УЗИ показало на одного больше, растерялись. Потом, когда я узнала, что будет трое, со мной была мама. Мы решили даже прогуляться по воздуху, когда узнали о такой новости. Конечно, был шок, но потом была безумная радость, потому что, ну, это счастье. Беременность протекала спокойно. Единственное, что волновало родителей, это выбор имен. Две недели вся семья вела горячие споры. Долго не могли определиться, как, что вообще там, ну. Согласовывали одно имя, другое, третье, там столько имен было, тоже перебирали. Ну, чтобы как бы они вместе хотя бы сочетались там как-то. Богдан, Захар и Демид появились на свет раньше положенного срока в перинатальном центре больницы имени Середавина. По весу оказались настоящими богатырями. Два брата по 1,5 килограмма и третий на 200 грамм полегче. Для 28 недель это хороший вес. Здесь даже дело не в том, что сколько их, а в том, в каком гестационном возрасте они родились. То есть 28 недель, это для тем более тройни, это довольно хороший вес. Это говорит о том, что мама была готова к родам, готова к беременности. И беременность для таких деток протекала неплохо. Всего в этом году в перинатальном центре приняли уже почти 3000 родов. Из них 70 двойняшек и 4 тройни. Марина Матвеевна, Василий Колдашов. События.